Кришна Кришна, Харе Харе Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare 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 Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Вот солнце сейчас спряталось из-за тучек, но мы же знаем, что оно есть. Вот точно так же Бог. Его не видно, но Он есть. Это понятно, потому что люди все живут с пониманием, что Он есть. Потому что все говорят, слава Богу, не дай Бог. Божья коровка, если Бога нет, так она чья тогда? Понимаете, в этом мире все пропитано Богом, просто мы забыли об этом. Надо просто эту связь восстановить. И нет разных богов, индийских, арабских, каких-то тут русских богов. Бог один, у него просто миллионы имен. Потому что мы тоже, мы живем в мире имен. У нас у всех свои имена есть. И Бога называют по качеству. У Аллаха 99 имен. У Бога вообще миллионы имен. Есть Кришна, Говинда, Будда. Каждая традиция называет по-своему. Иисус, Сын Бога, пришел, чтобы принести это то же самое послание. Поэтому просто восстанавливайте свою связь с Богом. Поклоняйтесь Богу. Служите Ему, служите просто людям. Станьте хорошими людьми. Бог это оценит. И тогда, может быть, прольет в ваше сердце милость. И вы почувствуете эту связь, которая вкус, который сладок. Это самый сладкий вкус на земле, который невозможно ничем перебить и не достичь в материальном мире. Потому что все, что будет куплено в этом магазине, когда-то будет просто выброшено. Потому что в этом мире материальном все старится, все выбрасывается. И все заканчивается простыми банальными вещами. Болезнью, старостью и смертью. И все. Но только все для тех, кто не понимает, что он живет вечно. Вечно. И трансценденталист, тот, кто понимает, что он живет вечно, и он является слугой Бога, приближение смерти он воспринимает, в принципе, если уж не радостно, то очень даже спокойно, потому что он знает, что там будет новая жизнь. А для всех остальных людей неминуемо приближается киртык, и они боятся этой вещи. Но на самом деле этого бояться не нужно, нужно просто понять. В наше время, в 21 веке, уже просто, ну просто, наверное, неправильно не знать про реинкарнацию. В интернете можно зайти в реинкарнации, вам там вывалится куча историй достоверных, когда люди рождались в других телах и помнили свои прежние жизни. Неужели это трудно так понять?
Просто понимаете, когда вы поймете, что вы живете вечно, и что это тело просто временная биологическая машина на эту жизнь отведенная, жизнь станет реально веселей, реально счастливей. Потому что когда ты просыпаешься, ты знаешь, что живешь вечно. Ты идешь на работу, знаешь, что ты живешь вечно. Идешь с работы, знаешь, что ты живешь вечно. Красота! Даже уже одного этого достаточно, чтобы быть счастливым. И когда человек соприкасается с духовным знанием, ему сразу становится нужно меньше. Потому что в этом мире есть такая парадигма – найти себя. То есть все ищут себя, пытаются найти свою природу, получить какую-то специальность, работать, присосаться к какому-нибудь источнику денег и каким-то образом жить. Но мы потеряли это себя на духовном уровне. Душа потеряла связь с Богом, а пытаемся найти на материальном. И все богатые люди, они несчастны. Потому что у них очень много доброжелателей, но они все связаны с деньгами. У них очень много последовательности, у них есть власть. Но эти люди идут за ними только потому, что они имеют власть. Настоящее богатство человека заключается в том, сколько у вас друзей, если у вас нет денег, и сколько у вас последователей, если у вас нет власти. Вот когда у вас много друзей, тогда вы счастливы. А когда это все зависит от денег, никакого счастья в этом нет. Потому что никому не нравится, когда служат ради того, чтобы за это потом заплатили. Об этом можно говорить много, это все в литературе есть, которая продается. Зайдите в Хари Кришна, Екатеринбург, и там все увидите, и все узнаете. Просто ищите Бога. Успех жизни заключается всего лишь в одном – найти святого человека и предаться ему. Неважно в какой традиции, святые люди вне конфессии.